Здравствуйте! Мы в Сочи. Сейчас июль месяц. Июль был нетипичный для Сочи. Лили дожди. Было прохладно и лили дожди. Я не выходила в огород, наверное, месяц. Вышла и увидела разруху. Вот. Схватила мыло, тряпку и все. Давай, сейчас покажу. Начала это приводить в порядок. Вот, во-первых, напал... Вот, прямо показываю поближе. Это, скорее всего... Господи, кто он? Сейчас скажу. Вот, и грибок его, ему соответствует. Сейчас я это все смываю. Сначала смою, потом буду травить. Вот. И смотрю, у меня плохо. Вот эта мандаринка растет. Новых приростов не дает. В общем, затянула ее. Хотя буквально неделю назад, но она еще не была в такой разрухе. Вот сейчас буду мыть каждую ветку. Мыло, вода, мочалка. Потом буду травить. Вот, давайте подойдем к другим цитрусовым. Хотя, конечно, нельзя показывать печальку. Но вот бывает. Вот это Сочи. В принципе, климат хороший, влажность. Все как надо. Если поливать, все будет растет буйным светом. Цветом и светом. Но... Гадики тоже растут гадики буйным цветом. Тоже растут буйным цветом и не дремлют. Вот, давайте подойдем... Тоже его буду отмывать. Видите, весь, все, вспомнила этот мучнистый червец. Но у него вот еще нет, ему грибок его сопровождает. Грибок еще не нарос, но видно, что он есть. Хотя, смотрите, лимон чувствует себя-то хорошо. Он вот здесь вот у меня цвел, боже мой, как он цвел, как гортензия. У него вон есть лимончик, один, второй. Он красавчик, я его, он мне нравится. Но вот тоже вот такая гадость на него напала. Сейчас тоже его буду отмывать. Вот, учитывая, смотрите, его размер, конечно, работы сегодня предстоит много. Вот мандаринка. Тоже вот. Мандаринки на ней висят. Казалось бы. Но видите, тоже какие листья. Тоже все это отмывать. Киви тоже. Но киви, наверное, просто цитрусовые отмою. Это вообще без вариантов, потому что они любимчики. Киви просто побрызгаю. И мои мандаринки вот здесь вот тоже не сказать, что хорошо. Во-первых, наросла еще трава за вот эти вот дожди. В Сочи вообще трава плохо растет. А тут вот наросла, во-первых, трава по пояс. Во-вторых, тоже вот на них напали гадики. И вот я вам хочу одну показать, вот такую историю печальную. Это завезли во время Олимпиады американскую бабочку. Вот я за ней следила, и не следила. Видите яблони? Вот, там вот эти гусеницы. Я для них специально в начале сезона купила тоже специальную отраву, называется герольд. Вот, я сейчас вот это дело тоже попытаюсь отмыть вот от этой ерунды и побрызгаю. Вон, видите, вот они, вот гусенички. Вот они, зачатки гусениц. Их с этим надо бороться вообще сразу, махом. Вот еще неделю назад этого не было. Вот за неделю буквально вот такая вот ерунда случилась. Так что впереди у меня большая работа. Отмыть все цитрусовые, все побрызгать. Отмыть вот это, все побрызгать. Подстричь траву. Видите, мандаринка тоже на нее вот напала. Но я вообще не представляю, как ее мыть, учитывая ее размер. И это, наверное, ну, как получится. Ну и плюс все побрызгать, конечно. Вот, вот вроде бы вот маленький клочочек земли. Но работа сегодня на весь день. Вот так и проходит воскресенье. Один из двух... минимальных выходных, которые мне даны. И потом, когда местным говорят, а что же вы не купаетесь? Ой, мы не купаемся в море. Ну, тут вот выбираешь, или вот, вот купаться, или вот целый день садиком заниматься. Так что вот так проходит жизнь местных сочинцев. Это вот у нас танчик плещется. Всем привет!